Всем привет! Охота на раёв. Вот такой лес, поставил в таком лесу ловушечку одну. 4 или 6 мая. Был всего два раза, надеюсь, что раёк должен быть. На машине по таким хащам. Сейчас проверим. Ну вот, мой первый улов. Одна из четырех ловушек сработала. Вижу, пчелок прилетают. Сейчас полезу снимать. Мой первый улов в этом году. Почти полтора, даже два месяца прошло. Ну что, буду смотреть. Вот и пчелки. Ну что ж, ловушка уже на пасеке. Будем сейчас пробовать смотреть, что же мы тут споймали. По весу, конечно, не сильно тяжелый. Я бы сказал, бы даже не тяжелый. Сейчас буду снимать крышку и смотреть. Вот и наш рой. Так, ну, полноценно занимает одну, две, три. Ну, три-четыре улочки. Три рамочки. Маленький, небольшой рой. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Так. Ващинку отстроили. Засев. Однодневные яйца. Вот здесь перга. Рамочка эта свеженькая. Так. О, нет, есть еще и закрытый расплод. Так. Вот такой расплодик. Рой залетел уже давно. Но расплод красивый. В принципе, рамочка тяжелая. С медом. Одна рамка полностью запечатанная. Одна с открытым расплодом. Так. Вот еще одна. С таким расплодом. И оттянутая ващина. Это было пол ващинки. Рамочка, конечно, маточка сеет исключительно, как для роя. Ну, пчелы не так и много. Много, конечно, пчелы осталось в лесу. Потому что забирал рано. Очень поздно. Нет возможности. Ну, тут мед и перга кормовая. В принципе, пчелы немного. Две рамки закрытого расплода, рамочка открытого. Пчелы маловато. Так, что этот? Этот у нас пчелки чистили. Вот ващина осталась. В принципе, меня устраивает такой раёк. Пускай, будем смотреть на пчелок, на клеща посмотрим, на маточку. Нам бы еще маточку посмотреть. Было бы очень-очень хорошо. А вот и матка. Вот она. Крупненькая. Я думаю, что матка должна... Ну, посмотрим.
хорошая она, не хорошая, но по расплоду мне нравится, сеет хорошо. Пчелки вроде бы не видно, клеща на пчелках. Ну, будем комплектовать сейчас, собирать. Все, это мой первый улов. Всем желаю удачи. Пока.